Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Аристид – афинский государственный деятель, полководец периода греко-персидских войн 500-449 годов до нашей эры. Свою политическую деятельность он начал, будучи сторонником реформатора Клисфена из рода Алкмеонидов. Позже отошел от этой группировки и занял позицию политика вне группировок. Позицию уникальную, отличавшую его от всех остальных государственных деятелей его времени. Причиной восхищенного удивления современников была справедливость Аристида. Он всегда ставил общегосударственные интересы выше личных и групповых. Афинский государственный деятель и полководец, видный лидер в войне против персов, был инициатором создания Афинского морского союза, который превратился фактически в Афинскую империю. Плутарх противопоставляет его Фемистоклу. Аристид упоминается в произведениях великих греческих философов Платона и Аристотеля. Платон так писал: «Трудно, Каликл, и потому особенно похвально, прожить всю жизнь справедливо, обладая полной свободой творить несправедливость. Таких людей немного, но они были, и, я надеюсь, будут и впредь и здесь, и в иных краях, честные и достойные люди, чья добродетель в том, чтобы справедливо вершить дело, которое им доверено, а один прославился больше остальных». И не только в Афинах, но повсюду среди греков. Это Аристид, сын Лисимах. Репутация честности Аристид стала легендарной. И часто рассказывали историю, как один гражданин голосовал за изгнание Аристида из общества только потому, что устал слушать, как Аристида называют самой справедливостью. Ну вот так вкратце об афинском государственном деятеле, полководце Аристид. Пока-пока, до свидания.